сейчас пробел, да? Это я. Поплыл нахуй, поплыл. Короче, знаете что? Смотрю я на контейнер, где живет наша многоножка. Лежит сверху какашка. Угу. Ее кокулечка. Поешь, может, что? А контейнер крайне легко открыть. То есть она никогда... Нютка-манютка, ну надо какашечку скушать. Че продукты переводить? Не вылезала, то есть она вылезла из контейнера. И, скорее всего, это она там. Очень надеемся, что она не поранилась, нигде не падала, и с ней все хорошо. Почему она вообще в коробке живет? Сороконожка эта ебаная. Господи, бля, люди такие ебнутые, у них какие-то животные странные вообще. Сейчас будем доставать коробку. Вот он наш. Уебище, господи! В высоту забралась то, что она может... Какая хуйня ебаная! Тихо, не дергай, хватит. О, боже. Как-то буду ее там достать. Плачет, боится, что она поранилась. Дочь плачет, спасли. Поранилась! Спасли мы нашу девочку. Боже. Сейчас покажу, как она шуршит этими лапками. Слышите, да? Привелась. Изревелась, что жук убежал. Где-то как-то себя поранит. Баффи. Ну ты что такая глупенькая девочка? Да ей похуй, она не понимает. Облазила всю кладовку. И напугала очень нас сильно, просто капец. Я уже думала, там либо моль какая-то. Хотя откуда ей взяться, потому что коробка вообще пустая. Ну ты и жопа. Я так понимаю, ей там не в комментарии насрали, она их отключила. Ну типа, очевидно, что я мнение голос народа, блядь, высказал сейчас. Типа, чё ты за хуй вообще дома держишь, ебать, что ли? Если бы такая у меня дома оказалась бы, я бы взял огнемет и тут бы все спалил. Я бы насрал реально. Ну продам кота. Очень добрый, веселый. И жизнерадостный. Запу**й ребенка, чтобы ложился спать и вел себя хорошо. Какое состояние у свитера? Уже продано. Это говно! Пошел нахуй! Измени! Продам микроволновку. Но такие мемы у нас в Телеграме, подпишись. Ладно, долго смотри. 80 City Pop from Kazakhstan is perfect to sample for rap beats. Don't believe me? Watch. Вновь закат спит на ладони дня. Мы с тобой садимся. Вновь закат спит на ладони дня. Wasn't in the kitchen, but they loving what I'm pitching. Move bass on the keys, it ain't white what I'm flipping. The music my ignition, find the light when I find rhythm. I've been focused on the mission, reason I don't have no misses. 80. Хорош, чел. Супер, прошло несколько дней. Культура члена таяешек. Сексуальный гей. Так при умножении 100 на 0 получается не 100, а 0. А ученые в говне моченые. Это мы видели. Если я переложу 100 яблок из бочки А в пустую бочку Б, у меня не пропадут яблоки все разом нахуй. Ебать вы дегенерат гуманитарий. Смотри, сука, у тебя значит 100 рублей. 2 раза по 100 рублей – это 200. 1 раз по 100 рублей – это 100 рублей. 0 раз по 100 рублей – это 0 рублей. Сна, не продолжай. Ты просто... который само мыслить не в состоянии. Специально для тебя. У тебя 100 яблок.
взяв каждое яблоко по ноль раз, у тебя и будет ноль яблок. У тебя как была сотня, так и останется. Чем ты их берешь, блядь? Их умножать надо. А исходя из твоей тупой блядской гуманитарной логики, выходит, что взяв каждое из 100 яблок по 2 раза, ты получишь 200. Нет, дебич, у тебя как было 100 сгнивших кислых яблок, так и останется, потому что ты... Или себя слышишь? Осуждаю! Отменил, не заметил. Отвлекся, короче, ну ладно. Осуждаю, ребят, не поддерживаю. Если я из своей корзинки, где у меня 100 яблок, вместо одного яблока буду брать сразу 2, то у меня будет 200 яблок. Умножение — это гипотетическое действие. Оно используется как «а вот что если». Так вот... С умножением на 2 все логично, а вот умножение на 0 почему-то не то же самое, что и умножать на 1. Почему? Да потому что у ученых ошибка в расчетах. Ты тупой козёл. Скип, не смешно. Ладно, хорошо, извините, осудил. Кто долбит? Снег, серый лед на растрескавшейся земле. Бля, прикольно, слышите? Одеяло лоскутным на ней. Город в дорожной петле, а над городом плывут облака, закрывая небесный свет, а над городом желтый дым. Городу 2000 лет, прожитых под светом звезды по имени Солнце. Как охуенно генерирует. И 2000 лет война, война без особых причин, война дело молодых. Лекарства против морщин. Красная, красная кровь. Прикольно. У меня появилась идея взять, короче, треки какого-нибудь Lil Pump'а и хуйнуть их, короче, в этот, в нейросетку. Так, юзи! Игра неплохая, но иногда лаги, и перс падает в лаву, добавь вскарабкивание. Еще иногда проскакивает мысль удалить игру из-за флага. Я из России, и не очень приятно. Да и выбор автора не осуждаю, но пока что 2 звезды. Привет, надеюсь, твоего отца забрали в армию. Пиздец. Я так ору, короче, с разработчиков в этом Google Маркете. Они там что-то выпускают, им пишут, а они там им говорят, отчим, и к своему отчиму долбится. Прикиньте, это прикиньте, ты написал куда-нибудь, а тебе говорят, иди нахуй отсюда. Их там хуесосят. Братишкин, послушай фанкетч атмосферный. Да не хочу я фанкетч атмосферный. Менее гузыки, гений музыки. Спасибо. Да что такое-то? Так, хорошо, и что сейчас будет? Музыка говна какого-то.
Слышишь ты? Да что я смотрю?